Татьяничева Людмила Константиновна. Ей приснилось, что она Россия. Пуля, жизнь скосившая сыновью, жгучей болью захлестнула мать. Некого с надеждой и любовью ей теперь под кров свой ожидать. От глухих рыданий обессиля задремала, и приснилось ей, будто бы она сама Россия, мать 100 миллионов сыновей. Будто в поле вихрем опаленном, где последний догорает бой, кличет, называя поименно сыновей, что не придут домой. Беззаветно храбрых и красивых, жизнь отдавших, чтоб жила она, никогда их не забыть России, как морей не вычерпать до дна. Снег дымится, он пропитан кровью, меж убитых тихо мать идет. И суровый, терпеливый скорбью в изголовье вечность им кладет. А в душе не иссякает сила, и лежит грядущее пред ней, потому что ведь она, Россия, мать 100 миллионов сыновей.